Ультрафиолетовое голодание, сверхнизкие температуры и колебания атмосферного давления – все это не похоже на зону комфорта или вообще условия, пригодные для жизни. Тем не менее, на севере России тысячелетиями живут коренные народы. У них не было обогревателей и ультратеплых перчаток из современных материалов. Они не носили куртки из пуха и шубы из соболей. Они не грелись горячим какао и не сидели в уютных кофейнях, закутываясь в пушистый плед.